Здорово. 500-е. 18 апреля, вторник, 23-й год. Вареники. Вареники с картошкой. Сметана в наличии. Сметана в наличии. Также у нас майонез в наличии. И с чем же все-таки вкуснее вареники? Вот с чем они вкуснее? Наверное, все-таки с майонезом. С майонезом. Сардельчика повкуснее. Мне кажется, тут лук даже не нужен. Если честно, без разницы. С чем? Было бы с чем. Что за жизнь без сардельчика? Хотел попозже сардельчик. Ну, сегодня же вареники. Тысячу лет я не ел эти так называемые вареники. Я помню, раньше даже не обломался, лучок обжаривал, да? Блядь. Тряпки, блядь, нету. Где тряпка? Странно. Очень странно. Тряпка в наличии. Не, ну просто так вареники неинтересно. Это то же самое, что есть просто картошку пустую. Не, ну есть же отдельное блюдо, да? 1000 лет не ел картошку. 1000 лет. Именно жареную. Именно
меня даже сало валяется именно на сале. Надо сало будет вытопить и на нем пожарить. Вот что мне захотелось. Как-то так. А капуста не капуста без горчичного масла. Капуста не капуста без горчичного масла. А еще вспоминаю сами вареники вкусные с горчичным маслом. Когда, по-моему, сметаны не было, как-то попробовал. Ну, для меня, например, вкусно. Кому-то вообще не надо. Не, вот пельмени я понимаю, отдельное блюдо, а вареники все-таки не понимаю. Мясного не хватает. Что же жить без мяса? Ням-ням.